Рядовые сотрудники компаний и больших организаций встречаются на поле теперь регулярно. Команды не только борются за призы, но отлично проводят время, занимаясь любимым видом спорта. Круглый год проходит мини-футбольная лига на траве. Наши размеры позволяют проводить большую лигу. В нашей лиге, в принципе, играют очень много команд. В среднем за сезон 40 команд. Но если считать, что в каждой команде где-то в среднем по 20-25 человек, то где-то 800 человек у нас играют. Здесь нет игроков с профессиональным контрактом. У нас даже есть положение по участию в соревнованиях, и там четко прописано. Футболисты, имеющие профессиональный контракт, не имеют права здесь играть. Свой выходной от работы получают удовольствие, мы их награждаем. Команда «Уфанет» не пропускает почти ни одной игры. В эти выходные сотрудники компании сыграли в финале с командой «Стронг». Матч закончился со счетом 5-1 в пользу соперников. Мы не находим где-то игроков извне, мы берем потенциальных, проактивных и инициативных ребят молодых и выстраиваем команду вокруг них внутри, создаем атмосферу дружескую, даже, наверное, по этому сезону можно сказать, даже семейную атмосферу. Да, соперник хороший, все наши также ребята, с которыми давно здесь в Оренбурге играем. Но у нас сегодня прям такая основа собралась, поэтому мы не планировали проиграть, поэтому 100% только победа. В летней лиге сыграло около 600 человек. Сейчас идет прием заявок для участия в 5-м зимнем чемпионате по мини-футболу на траве. Приглашают всех любителей футбола. Екатерина Хигай, Роман Ланцев, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.